Иногда нормальной жизни можно добиться только путем полного молчания. Здравствуйте, подписчики! Здравствуйте, зрители! Здравствуй, Пашенди! С вами я, Кирилл, и я продолжаю проходить Resident Evil 7, второй сезон, пятая серия. Давно. Давно не было серий по многочисленным причинам, которые я здесь объяснять не буду, дабы не занимать время зрителей. Просто направляемся дальше. Насколько я помню, мы находились в подвале в прошлой серии. Мы добывали 3 головы собаки. Последнюю голову мы добыли у Джека. И теперь мы уже вставили, да, в предыдущей серии. Я думал, что нужно еще тело собаки найти и вставить. А оказывается, нет. Тело собаки вставлять не нужно. Просто нужно вставить 3 головы, и дверь откроется. То бишь, уже открылась. Нужно просто в нее зайти. Так. Просто направляемся вперед. Что-то нос чешется, капец. Вот, собственно, вот так вот. Вот 3 головы собаки. Я думал в конце прошлой серии, что нужно еще туловище найти и вставить. Оказывается, нет. Просто головы собак, и все. Дверь уже открылась, как мы видим. Где? Где я? Какого черта? Проснись, бой, Соня. Пора ужинать. Идем. Мина ждет. Так, ну что же, мы выходим, мы оказываемся в каком-то парке. Вот, собственно, и нам ничего не остается, кроме как только идти вперед. Тут находятся какие-то качели. Видимо, детские качели. Не знаю, кого здесь бейкеры катали. Либо Зою, либо Мию, неизвестно. Так, собственно, что я немножко в графике, ну, убрал, сделал, добавил. Сразу краткое такое отступление. Значит, все поставил на низкие. Все поставил на низкие, но качество теней поставил очень высоко, потому что реально вот эти вот на стенах полоски черные просто бросаются в глаза. Это то ли баг игры, то ли неизвестно, что это такое. В восьмой части, я в восьмую часть играю Village, ну вы знаете. Такого нету, реально нету. А тут такая хуйня, ну, ерунда есть. Не будем разглагольствовать, просто берем вещи. Это вот траву нашли, собственно, вот у нас наш инвентарь, у нас трава. Так, давайте попробуем смешать. А мы ни с чем не смешаем. Но лучше смешать, чтобы получить аптечку, которая нас, так скажем, одобрит здоровьем. Собственно, вот так. Вот мы в парке, в каком-то вот лужайке, непонятно, что это такое. Давайте осматривать вещи, осматривать предметы. Тут какая-то маленькая статуэтка. Так. Ну, пока ничего. Пока просто мы идем вперед. Я не знаю, честно, друзья. Я не знаю, убили ли мы Джека в прошлой серии последний раз. Я в этом сомневаюсь. Учитывая, что это Resident Evil. Так, тут какая-то чаша или что-то такое, неизвестно. И тут внутри отмычка. И что ты не... А, мы ее взяли. Вот. Все, мы идем дальше, не будем разглагольствовать. Вот, какой-то такой, ну, фургон поставленный, видимо, в качестве пикника или просто так, хотя неизвестно зачем, ведь вот он сам дом, собственно, непонятно, сам дом Бейкера. Какая-то калитка, но мы сюда пока заходить не будем, да и тут и заперто с другой стороны. В общем, друзья, записывал я видео со своей камеры, но все-таки решил вернуться. Вернуться к вебке, потому что моя камера реально записывает, стала записывать туговато.
Очень сильная яркость, это просто ужас какой-то, просто реально ужас. И мне приходится контрастность в Вегасе убавлять, и все. Тут какие-то у нас приборы, с помощью которых мы должны открыть эту дверь, но у нас нету, видимо, каких-то карточек. Карточка-ключ должна быть какая-то. Вот. Собственно, что еще хочу сказать. Видео буду уже в Вегасе, новой версии Вегаса обрабатывать. Уже не в 13-й, как раньше, в 18-й. Но это неинтересно. Просто заходим в фургон, и тут мы видим обычное пространство. То есть телевизор, какая-то клетка непонятно с чем. Вот, вещи, записки, кровать даже есть, сундучок и машинка. Просто... Что ж так, блядь, нос чешется, это сука. Не суть. Так, давайте, наверное, с чего начнем изучать. Тут клетки... Насколько я знаю, в эти клетки нужно вставить монеты. А эти монеты еще нужно найти. По-моему, какие-то... Из монет я оставлял в сундуке. Давайте проверим. Да, вот я 5, аж 5 монет оставлял в сундуке. И даже еще патроны кое-какие оставлял. То есть много чего я оставлял на самом деле. Вот, такие дела. Давайте, что мы там с вами сделаем? Так, подождите. Так, добавку мы нашли. С чем можно, может, что смешать? Нет. Ничего не смешать. Так, монеты мы тоже взять не можем, у нас нету места. Давайте положим гильзы для дробовика, пока возьмем монеты. Так, и вставим. Ну, туда, где 5 и нужно. У нас сколько монет? У нас 5. Вот сюда и вставим. Так. Что заметил, народ, что заметил? Что вот именно только в плане инвентаря Resident Evil 7 похожа на Resident Evil 5. Только в плане инвентаря. Все, то есть ни атмосфера, ни сюжет, ни геймплей вообще на пятую часть не похожи. Только инвентарь. Все. Что на самом деле очень удивительно. Так, кладем монеты и достаем какой-то стероид. Стабилизатор. Нормально. Так, тут еще лифчик. Может, это принадлежит Зои? Да хуй его знает. Я не знаю, кому это принадлежит. Сломанный пистолет. Непонятно. Сломанный пистолет. Ну, так нафига он нам нужен-то? Но я думаю, мы за ним вернемся, когда, ну, собственно, нам он пригодится. А пока нам он особо не нужен, я думаю, смысла в нем нет. Здесь у нас также есть Альберт. Альберт 01R. Что это такое? Ё-моё. Действующая новая пистолета для уничтожения боевых биообъектов. Хотя это не оригинал, у него большая убойная сила. Не, ну это будет слишком просто. Это будет, во-первых, слишком просто, если мы будем им пользоваться. Во-вторых, он место занимает тоже. Так, все, что-то я заразглагольствовался. Так, давайте, тут монета лежит. Сразу вставим, наверное, ее сюда. 9. Ну, смысла нету. 9 монет. Вот, где 3, вот сюда и вставим. А, где у нас? Вот она. Теперь давайте изучать этот дом, что у нас здесь вообще есть. Какая-то фотография, это, походу, бейкеры сами сидят. Тут у нас мы уже не... им уже не спастись. Кто-то, видимо, нашел данное фото, зная, что случилось с бейкерами, и написал это на задней стороне. Думая, что кто-то придет в этот фургон и прочтет. Ощущения в тело становятся все более странными. Скоро я стану совсем как мама и папа. Это все она виновата. Может сбежать? Нет, не могу. Если она заметит, мне крышка. Женщина по имени Мия, которая была с ней, что-то знает. Будь у меня сыворотка, можно было бы исцелиться. Мне нужно узнать больше. Я, честно, не предполагаю даже, кто это пишет. Тут у нас холодильник.
Ну, обычный холодильник. А, стоп, что-то бежит. А, это не... Это не предмет. Так, ну что же. Ну, собственно, давайте двигаться дальше, наверное. Что тут еще? Что тут еще ловить? А, и сразу же звонит телефон. Давайте ответим. Блядь, заебись. А вот хуй, потому что на ёбаном MacBook Air... Заебись, сука, пидорас, нахуй! И где этот Ричард Амел? К сожалению или к счастью... Вам нормально, блядь! Сука, я ёбаный невротик, хули... Спиздить Microsoft Office. Ну хули делать-то? Соответственно, для того... Озабоченный, блядь, ну пиздец, как, блядь, можно, нахуй? Ты получаешь хуй. Извините, отсосите. Ну нахуя ты это делаешь, блядь? Сука, я не могу зайти на ебу... Потому что пидорасы. Пути сервер, блядь! Анархия! Я просто не могу зайти на ебучий сервер. Да уж, печаль, беда. Мия, Зои уже теперь точно, нам известно, заражены, и им нужна сыворотка, да. Которая находится в каком-то старом доме матушки, хуй его знает, как туда дойти до этого дома, но мы должны, собственно, уже что-то предпринимать. Давайте сохраняться, наверное, сюда же, и отправляться дальше, собственно. Искать. Этот дом, я даже не знаю, как его там что искать, без понятия. Озвучку народ, получается, русская озвучка, здесь в Steam ее нету. Здесь надо ее скачивать. То есть в 8-й части Resident Evil озвучка официальная русская есть. В 7-й части озвучка любительская. Она очень, ну, классная, но она любительская. Но вообще в данном Resident Evil тут вообще будет моя озвучка. Поэтому тут и оно. Походу, старый дом находится где-то вон там, но тут дверь закрыта с другой стороны. Я не знаю, как, что дальше нам делать и что вообще... Что делать вообще, я не знаю. Где нам эти добыть эту карточку ключ? Я вообще не понимаю, куда дальше надо двигаться. Собственно, что вообще делать. Хотя, кажется, я начинаю понимать. Тут еще есть место... Куда мы не отправлялись, это не это место. Не, да, это не это. Нам нужно отправиться вот сюда. Скорее всего, здесь мы найдем ответы на все, бля, на все вопросы. Да, именно сюда. Да, именно так. Да, вот так вот. Как бы нам ненароком не встретить Джека там всех, ой, ну, не поняли кого. Собственно, что-то какая-то как-то слишком, ну, тускло, не я... А, ну это понятно, потому что, скорее всего, у меня солнце сейчас, солнечный свет сильный. Давайте, наверное, прибавим яркость, потому что что-то как-то мне... Кровь на экране, не, мне нужна яркость. Видео. А что, яркости что ли нет? Вот, народ, как вы видите, у меня все отключено, все слабо стоит, кроме качества теней. Иначе будут эти вот, ну, неприятные вот эти вот полоски черные, и будет вообще, ну, печаль-беда на самом деле. Тут, в принципе, графон и так на Full HD хороший, кроме вот этой вот настройки, ее нужно поставить на очень сильно. Все, все остальное можно ставить на слабо, и картинка будет и так смотреться классно. Вот, так что, кто играет Resident Evil 7, так вот и сделайте. Я не пойму, что вообще, как тут... А вот яркость нашел, все. Надо выкрутить ее посильнее, а то вообще я... Вот, вот, теперь получше стало видно, а то вообще еле-еле-еле видно, блин. Вот, скорее всего, там вот по этому, собственно, пути находится дом. А мы здесь, по-моему, были, народ, когда играли за Мию в кассете, да. Прошло много времени, но я это помню. Так, что-то подлагнуло. Это потому, что сработал какой-то скрипт, скорее всего, да. Гизи для дробовика. Ух, ёлы-палы. А, ну это...
ничего нам от этого не будет плохого, это как вороны, они ничего нам не сделают. Тут что-то вообще просело полностью FPS, я не знаю, что происходит. А вот, восстановилось. Так, давайте. Гильзы для дробовика нашли. Давайте. Ух, ёлки-палки. Ай, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Может, ножом получится порезать? Просто дверь закрой. Просто дверь закрой. Все. Иди нафиг. Это серьезно. Тут будут эти вот летающие хрени. Тут надо... Блядь, они вот сидят. Все, вот, порезали. Ёпту, я не хочу тратить на тебя мошку. Дробовик, не хочу. Да. Именно здесь Амию мы, собственно, играли. Да, именно вот здесь. Давайте посмотрим, собственно, осмотрим этот дом. Здесь, судя по словам Зои, находится сыворотка, которую мы ищем. Ну, здесь может находиться и пиздец, поэтому я, ну, извиняюсь за мат, но так оно, в принципе, твердое. Что-то твердое. Так. Соединим, нам не с чем соединять. Можно было, кстати, выложить, реально выложить стабилизатор. Я не знаю, зачем я его с собой таскал. Возвращаться я что-то уже не хочу. Тут находятся коконы этих мошек, которые нужно уничтожить с помощью дробовика, иначе... Иначе капец. Все. Ёб твою мать! Что это такое? Кокон. Видимо, не все коконы мы уничтожили. Так. Ёлы-палы, я же начинаю уже... Все патроны дробовика просрал. Ёлы-палы, два патрона осталось. Что мне с ними делать? Так. Давайте, наверное, отойдем назад. Чтобы сработал скрипт, и они ушли. Пройдемся, наверное, здесь. Так, ну тут вообще непонятно, что здесь. Это что, вода или что это такое? Я вообще не понимаю. То ли это... А, это вода. Мне просто сначала показалось, как будто это баг текстуры. Вот. А, вот мы обошли, получается, просто с другой стороны. Просто с другой стороны мы обошли. Она наверху. Не туда идти. А, вот она. Ёб твою мать, они вообще неубиваемые какие-то. Их коконы вообще не убиваются. Да, блядь. Ёб. А-а-а! Сука. Ладно, пройдем сюда пока. Мне уж что-то страшно уже. Юзанем, наверное, мы траву, потому что что-то как-то я уже... У меня уже вообще нету ничего. Я все просрал на Джека в прошлой серии, на этого, на ЧД. Ну да, на Джека, собственно. И поэтому у меня ничего нету. Твердое топливо. Ну так, твердое топливо. Давайте соединим. А, не с чем соединять-то. Капец. Просто капец. Так. О, гильз для дробовика. Отлично, сейчас я... Совершим небольшую перезарядку, так и просто направимся... Вперед, тут не. А тут, кстати, самый. Как его? Да ёб... Открывай! Ну хули ты встал, я в них просираю патроны. Они. И что, блядь? Достань! Чё это за хуйня? Я вообще не понимаю. Я просто просираю патроны просто так. Ёбаный. Как открыть эту... Открылась, наконец-то. Сильный эпоксид. Нам ничего не остается, кроме как только его заюзать. Блять, народ, я не знаю. Нужно, короче, сейчас... Наверное, вернуться, потому что... Ну, столько всего хорошего выкидывать как бы не хочется и прочее. Наверное, придется вернуться. Придется, да, к сожалению, к огромному. Потому что, ну, тоже выкидывать не хочется вообще ничего. И... Хотя, у нас же две аптечки. А, у нас две аптечки, а не одна. В этом-то все и дело. Так, ладно, возвращаемся, короче. Все.
просто возвращаемся назад. Тут эти летают мошки, сразу бежим. Нам нужен сейв-рум, нам нужен не сейв-рум, нам нужен сундук. Чтобы скинуть лишние вещи, которые в итоге потом нам все равно пригодятся. Но зато хоть понятно, что и как делать. Знаем, что нужны карточки ключи нам сейчас. Ну не сейчас, но в будущем. Но мы их, скорее всего, найдем еще не скоро. Так, собственно, давайте выложим вот эти вот порохи все. Вот этот выложим. Сыворотку. Это мы оставим. Это мы тоже... А, это пищевая добавка, это мы ее просто принимаем, и мы видим предметы в итоге. Это нам нужно, пусть будет. Берем гильзы для дробовика дополнительно. Что еще? Ну, собственно, все. Да. Перезаряжаемся. И направляемся обратно. Не пугайтесь, народ, неудивительно. Нормальный Resident Evil, собственно, из этого и состоит. Те, кто играл в первые части, особенно в самую первую часть, помнят, разумеется, помнят, как постоянно туда-сюда возвращались, бегая то в сейв-рум, то вперед, то в сейв-рум, то вперед. И эта игра, видимо, не исключение. Она, ну, чуть-чуть похожа на первую часть, в плане атмосферности, я имею в виду. Так что, такие вот дела. Так, давайте, наверное, мы используем пищевую добавку. А, подожди, мы её просто так использовать не сможем, нужно ее именно применять. Я что-то как-то и не думал, думал, её просто можно использовать. По-моему... Так, что, трава, ух ты, зашибись. Тут что-то даже еще, вон, есть еще пауки, ну, ё-моё. Ёлы-палы. Сука. Все, падай. Падай, хорош. Блин, я уже боюсь. Мы же нас же нас ничего не бьет. Так, строго используем траву. Сука, давай, дрочись! Вон, откройся! Ну ёбан, как тебе. Вжик, вжик, уноси готовенького. Капец. Ачивку дали. О, какие-то снаряды. А, это для огнемета. Это для огнемета, которого у нас еще нет. Это снаряды для огнемета. Топливо для горелки. Да... Блять. Блять! Сука. Как это? Ну что это такое? Ладно. Что тебе? А, да-да-да-да-да. Чуть не забыл. Нужно же нам собрать эпокси эти самые. Эпоксиды. Вот, смешиваем. Получается психостимуляторы. Вот, и мы видим предметы. Мы реально видим предметы, народ. Теперь которые мы сможем собрать. Блять! Напугали меня, скотина! Ну, конечно. Короче, как я понял, народ без горелки с ними бесполезно вообще. Ну, это пустая трата патронов будет, просто бесполезно. Карта. Ну, карта. Ну, мы и так без карты ориентируемся. Еще одна горелка. Ну, давай уже. Собери ты уже ее, елки-палки. Где-то здесь, кстати, и, по-моему, должно находиться горелка сам. Тут нет, ну, ничего. Ой, какая-то с пауком картина. А, да-да-да, мы должны найти деталь паука. Да, деталь паука вставить и потом просветить здесь и открыть это место.
Ну, мы за Мию, собственно, это и делали. Вот, рукоять. Скажу матом, заебись. Вы уже и так все знаете. Мат. Просто не подпускайте родителей к этому экрану, потому что есть женские материться. Ну, что его слушать? То бишь, пистолетные патроны. О, наконец-то. Вот этого я... А, это улучшенные пистолетные патроны. Нормально. Это что? Это что такое? Что-то нашел, не понял, что нашел. Ладно, так. Мы нашли, получается, рукоять горелки. А что, можно чем-то соединить? Ни с чем его не соединить. Так. И теперь направляемся вперед. Вот что-то должно быть. По-моему, да, народ, нам крайне сейчас прям повезло, тут есть сундучок, и нам не нужно возвращаться назад снова. Я прямо очень этому рад, на самом деле, вы не представляете, как закрою за собой дверь. Тут и так всякой хуйни полно, которая нас преследует. Так, собственно, вот сундук. Вот. Мы улучшили предметы, мы добыли этот самый улучшитель инвентаря, мы... Теперь у нас много предметов. Так, все, давайте. Тут еще даже сохранение есть, нормально. Так, который там час. Я не слежу сейчас за временем. 11:28. Ну, уже где-то примерно 30 минут прошло. Сейчас чуть-чуть еще, и думаю, заканчивать уже надо будет. Так, порохи, стабилизаторы. Так, пока ничего у нас нету. Ну, еще для горелки. Поэтому пока ее выложим. Так, давайте возьмем, наверное, порохи. Топливо, порохи. Скорее всего, с эпоксидом можно будет это все смешать. Я так думаю. Да. О, мы получили еще этот. Огонь. Огня получили еще. Нормально. Стабилизатор, пистолет. Не, кстати, народ. Пока что нет. А где же нам тогда искать? А, вот. Как я мог это забыть, пропустить. Так. Знаю я, где это все искать, но там эти мухи, это просто пиздец. Ну, капец. Тогда давайте сохраняться, я думаю, что... Да. И мы должны найти огнемет. Без огнемета мы с этими мухами не справимся толком нормально. Сейчас чуть-чуть еще побегаем. И я думаю уже... О, у меня вот такой же котик есть. Вон Линдвейн, вот он, Линдвейн. Вот, смотрите, точно такой же котик. Вот, у меня такой же котя. У меня лучше даже, народ, смотрите, у меня даже лучше котя. Вот, видите, какой у меня зай, вот. Мой Глинтвей. Это мальчик. Я тебя люблю, и ты меня. Все, отпустим бедного мальчика. Вот. Но это у какой-то девочки котик. Или котик, или кошечка, не знаю. Так. Блять! Я что, прокосил, что ли? Давайте, наверное. Что, блядь? Ты охуевший? Иди отсюда, блядь! Пошел! Все, блядь. Будешь тут знать, как тут нам мешаться. Скорее всего, сработал скрипт. Нам нужно идти просто вперед. Ну, не вперед, туда, куда мы не смогли пройти. А, кстати. Отмычка нужна. О, отлично. Нашли применение отмычки. Сделаю небольшой спойлер. О, аптечка. Сделаю небольшой спойлер. Восьмой части Resident Evil тоже будет хватать этих отмычек. Но это не спойлер, это просто так. На будущее. Интересный момент. О, еще кто-то сидит. Все. Если все. А, да, все. Да, народ, я вспомнил. Здесь, где-то здесь находится горелка. О, еще. Так, давайте, наверное, соединять. А, вот, соединяем.
Ух ты, патроны, улучшенные пистолетные патроны, зашибись. Нормально. Так, потихоньку мы восстанавливаем наши боезапасы. Еще отмычка, нормально, нормально. Потихоньку мы восстанавливаем наши боезапасы, что не может не радовать, потому что это реально важная фигня. Так, а тут нам нужно, ну, рычаг нам нужен, которого у нас, судя по всему, нету. Да, рычага у нас нету, собственно, мы просто двигаемся вперед. И, по-моему, здесь, вот именно в этой комнате... Всё. Трава, нормас. Ага, нам его смешивать не с чем, ну да ладно. Жизнь хуёвенькая, оранжевенькая. Так, да, вот носик горелки, собственно, по-моему, это все. Даже вон прошел сейф, как вы видите. Я думаю, что это уже все. Так, так, сейчас. Раз. Два. Это мы делаем, чтобы более-менее освободить пространство. Ну что же, все. Похоже, эту штуку можно с чем-то скомбинировать. Ну, это логично. Просто комбинируем ее. А, блядь, ёлки-палки, как мы скомбинируем, мы же оставили вторую часть в сетом, в сундуке. А это не сейв-рум, народ. Ну, похоже, мы уже сейчас сделаем скоро. Горелку, ну или огнемет, называйте как хотите. Собственно, все, надвигаемся мы обратно в сейв-рум, тут уже все нашли, что хотели. Но, скорее всего, так просто нам не дадут выбраться. Да. Ну да ладно. Опять немножко просело, ну да ладно, что теперь поделать. Так. Ебать! Бежим! Закрывай дверь! Все. Все, сейчас сохраняемся, народ, я думаю, хватит пока нам приключений. Так, и нам нужно найти еще этого паука, чтобы осветить пространство и открыть зону новую какую-то там. Все, вот мы нашли. Дошли до сейв-рума, так, достаем рукоять. И просто тупо смешиваем. И мы получаем огнемет, мы получаем горелку. Огнемет, изготовленный в кустарных условиях из угля. Для его работы требуется топливо. Ну, топливо у нас есть, мы его хоть сейчас можем уже использовать. Вот. Давайте, наверное, мы его продемонстрируем. Увы, он даже осматривает, как вы видите. Так, давайте мы его осмотрим вот так вот. Повиляем. Да. В Resident Evil 8, кстати, еще открою маленький фактик. Не бойтесь, это не спойлер, сразу говорю. Можно предметы еще влево-вправо так передвигать. Так вот, влево-вправо еще. Это прикольный, на самом деле, момент тоже. Так что давайте мы, наверное, пойдем в те места, где мы, ну, не смогли попасть из-за большого количества этих мошек. Теперь с огнеметом нам, думаю, ничего не страшно, ничего нам не грозит. Так что, такие дела. И мы с легкостью сожжем все эти коконы, можно даже не бояться. Все, сейчас сожжем. Берет не коконы. По-моему, это был не кокон. Что-то мы... Не знаю, кокон. Это не кокон, это конечно. Что он не это... Не спаливается вообще, ну ладно. Блядь! Вот кокон точно. С него спалим. Все, он уже горит. Все. Все, блядь! Все, я сказал. Так. Вот еще пространство какое-то здесь. А, да. Вот, вот еще кокон. Давайте мы еще его спалим. Все. Все, да, вот теперь точно, да. Все, мы просто обошли с другой стороны эту комнату. Так, тут у нас... Давайте перезарядимся. Так. Так, так, что у нас?
здесь? Что у нас здесь? Какое-то закрытое пространство впереди. О, Мия! О, вот статуэтка с пауком. Мия. Значит, ты, как пользователь Мака, настолько долбоёб. Пей масло, чтобы жопа не погасла, или как Ивангай говорил? А, просто масло, чтобы попа не погасла, во. Нахуй ты, чмо ёбаное, какое тебе, блядь, дело, когда я подстригусь? Объясни, я тебя ебу. Ну вот, я тебя ебу, что... Бля, просто на святое покусился. Чёрт. Так, ебаный Лукас украл мир. А, быстрее. Это Алексей Шевцов, ой, то есть это Лукас, это ATP, а, ну да, да, это нет, это не то, что вы подумали. Короче, нам нужно Мию спасти, мы ее уже увидели, но хуй там мы до нее добрались из-за вот этой вот клетки, решетки и что-то там еще. Короче, сейчас наша главная задача это просветить с пауком, но я думаю, мы просветим. Пространство с пауком сохранимся и пока что хватит. Тут уже минут на 40, думаю, мы записали с вами. Вот сохранение. Возвращаемся. Уёбывайте отсюда. Не понимаете по-русски? Уёбывайте. Вы издеваетесь, реально. Я хотел к сохранению вернуться. Эпоксид. Вы реально издеваетесь, народ. Вот у вас эпоксид. О, аптечка. Блять! Хотел вернуться к сохранению, а тут эта бабка, блять. Сука. Че вот теперь делать? Че вы мне прикажете делать теперь? После этого. Блять! Так. Да как? Бля, три патрона просрал просто так. Что теперь делать? У меня не сохранился. Ладно, берем горелку. Тут уже бессмысленно что-то пытаться сделать. Даже два кокона. Два кокона, ёптвою. Все, теперь пробегаем туда. Блять! Юзаем. Серьезно, да за озвучки вставить надо так материться. Похоже, придется нам прятаться от этой дуры. Все. Так, все, ставим паука. Нужно просто подобрать нужную комбинацию, ну не комбинацию, а нужный момент, как его поставить. Ну тут не сложно, народ, просто чисто рандом. Просто вертите, вот так вертите. Собственно, вам не привыкать, вы по ночам и так своего паука в штанах вертите, поэтому к этому вам будет привычно. Так, я вот пока тут не могу разобраться, как тут да что. Ну, в будущем мы разберемся, я думаю. Да елки-палки, чё, как его поставить? А, вот оно что, все поставим. Как говорится, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Но мы вперед не пойдем. Мы пойдем вперед в следующую часть, в следующей серии, в шестой серии второго сезона. Так, все, сохраняем. Ну, давайте что-то выложим, наверное. Так, монету выложим. У нас еще психостимулятор. Ну давайте мы его, наверное, оставим. Отмычку тоже оставим. Все, оставим, я думаю, да. Все, сохраняемся. Так, более-менее у нас хватает патронов там всего. Ножа под... Все, сохраняемся в эту
в этот же слот. Все, народ, все. Это была пятая серия второго сезона Resident Evil 7. Мы тут уже встретили Мию, которую в итоге похитил Лукас. Мы в итоге уже встретили даже бабку эту, Маргарет Бейкер. Капец. Что только мы сегодня не встретили, главное, что мы продвигаемся дальше. Надеюсь, вам данная серия понравилась. Я надеюсь, что следующую серию я запишу не та, ну, в смысле, скоро. Не будем тянуть. Надеюсь. Все. Всем удачи. С вами был я, Кирилл Ржевский. Всем удачи. Пашенди, пока. Тебе, Пашенди, удачи тоже. И, собственно, увидимся в следующей серии. Всем пока. We'll be right back.